Нет, я разгуливаю Рексу, она орёт от страха. Пошли в парк. Пойдем. Пойдем. Упирается и скулит, и плачет. Рекса, пошли. Рекса, иди ко мне. Рекса. Рекса. Ну что ты с утра пораньше? Ты же вчера нормально гуляла. Что кричишь? О! Я уже пришла домой, позавтракала, привела себя в порядок, смонтировала блог за вчера, сейчас он сохраняется. Рекса меня, конечно, на прогулке довела, она меня всю перепачкала, поэтому мы даже не дошли до парка, пришлось развернуться на полпути обратно. Я не знаю, что с ней делать, она ужасно себя ведет. Но через часик-полтора мы снова пойдем гулять. И пойдем в парк. Я попробую взять игрушки и корм, чтобы как-то ее отвлечь. Не знаю, что с ней делать. Сейчас буду убираться. Мне так лень, не хочу ничего делать. Хочу сидеть и ничего не делать. Хотя у меня сегодня странное настроение. На улице там холодно, несмотря на то, что светит солнце. Но я посмотрела прогнозы, и там вроде как даже обещают, что может быть в конце следующей недели будет плюс 10. Ах, как хотелось бы, потому что этот ноль уже надоел, если честно. Холодно. Очень холодно, и мне надоело ходить в зимней куртке. Вот. Ну что, мне надо помыть всю посуду. Подумать, что я буду готовить на обед. Заправить постель, разложить белье постиранное по местам. И я сегодня еще хочу сходить в строительный магазин. Я не купила в прошлый раз в магазине грунт и лак для декупажа, потому что я подумала, что мне надо декорировать трюмо, два стола и две табуретки. И вот этих маленьких баночек, которые там продаются, мне явно будет мало. Поэтому я решила, что надо купить в строительном магазине большие банки, но там будет намного дешевле, потому что это строительный магазин. И еще я сейчас сидела и считала опять тут чего и как, что куда поставить, сколько нужно обоев, плинтусов, линолеума и так далее, сколько это все будет стоить. Где бы взять на это денег? Ох-ох-ох-ох-ох. Ну а все, со следующей недели начнем делать ремонт, и я очень хочу заснять весь этот процесс. Прямо от выноса старой мебели до расставления статуэточек по полочкам, когда мы въедем. Я надеюсь, у меня получится все это сделать, будет хороший клип. Так, с чего бы начать? Пойду заправлять постель и мыть посуду. Время бежит как-то ужасно быстро. Уже почти 5. Я не поняла, как так время пролетело, потому что я ничего особенного сделать не успела. Вот я вышла опять в Рексу выгуливать. Она по-прежнему плохо себя ведет. Я на нее сегодня сержусь очень сильно. Потому что я устала от такого поведения. Сейчас просто голубя. Нет, голуби не интересуют. Рекса, я не пойду туда в кусты. Иди, как все нормальные собачки ходят. Я сегодня даже вот сейчас мячик взяла с собой. Может, она поиграть захочется. Но что-то я сомневаюсь. Рекса, возьми мячик. Рекса, на. Рекса, ку-ку. Рекса. По-моему, методики с игрушками тоже не помогают. Рекса, вот мячик. Мячик, на, возьми. Бери мячик. Рекса. Рекса, ну перестань. Все хорошо. О, боже. Моя собака не умеет гулять. И трясется, как осиновый лист. Ой, кошмар. Рекс, ты чего? Я здесь. Что такое? Что случилось? Куда ты? Я решила, что я не поеду сегодня в магазин за принадлежностями для декупажа,
Потому что ближайший строительный, который в 5 минутах от моего дома, закрыт на выходные. А следующий строительный, в который я могу пойти, до него идти минут 25, наверное. Мне, честно, лень тащиться так далеко. Я лучше завтра возьму и схожу быстренько в соседний, когда он откроется. Ой, погуляла я с этой собакой. Тяжело мне это дается. Зачем ты облизываешь мои пальцы, Рекс? Ужас. Так она себя плохо ведет. Постоянно скулит. И так ей страшно. А, ну мы 45 минут... Минут? Ну что у меня комп не включается? Давай. Работай. Мы 45 минут погуляли. Теперь до вечера перерыв. Собака не знает, куда себя приткнуть. Ой, кофта упала. Ладно, так, я должна сосредоточиться и поработать, потому что у меня список дел есть на сегодня. И из этого всего я вот так мало сделала. Это все надо сделать, поэтому я сейчас этим займусь. Короче, я решила, надо возобновить подсчет калорий. Потому что выхожу из дома так. Думаю, слишком много ем сладкого. Надо прекращать с этим. Не буду этого делать. Возвращаюсь домой, на столе лежат печеньки. Угадайте, что я делаю с печеньками? Правильно, я их кушаю. Кузя, сейчас я хочу сделать себе омлет. Почему-то мне хочется омлет на обед. Почему у меня сегодня дурацкое настроение? Никак не могу себя заставить делами заниматься. Глупости какие-то делаю. А дел по горло. Я сегодня плохая. Зато неделя у меня будет насыщенной. Народ, знаете, что там на улице? Там идет та-дам! Снег! Зашибись просто погодка. Жара! Лето скоро. Весна в разгаре. Я взялась за себя и весь вечер работала. И я довольна, что я так много сделала. И я хочу продолжить. Я там смотрю обучающий тренинг. Надо его досмотреть. Он 3 часа идет. Я пока 17 минут только успела сделать. Сейчас надо идти выгуливать Рексу. Уже 10 вечера. Если бы не собака, я бы вообще сегодня из дома не выходила на самом деле. И там погода все еще отстой. Машины шумят. Да, и снег продолжает идти. Но что поделать? Я надеюсь, собака не очень сильно запачкается, хотя, по-моему, я зря на это надеюсь. В общем, сейчас мы пойдем гулять, и после этого мне надо Мариан говорит, Кузьма, мне надо кормить вот этого орущего кота и готовить курицу. Да. Неохота, но надо. Деваться некуда. Никто, кроме меня, не приготовит. Так, пошли гулять. Так, ну что, кого кормить первым? Рекса, вот ты сегодня что хорошего за день сделала? Помыла лапки, да? И даже не визжала на улице в последний раз, правильно? Кузя, ты что полезного сделал? Спал весь день? Да? Да. Ты хочешь, чтобы тебя первой покормили? Или Кузечка тебя покормить? Кого же покормить первым, я даже не знаю. Может, самой поесть? Нет, я есть не буду, надо их кормить. Ах, какой, как ты меня любишь, Кузечка, когда я тебя кормлю? Ладно, ладно, Рекса, твоя взяла. Ух ты, меня сейчас покормят, да? Покормишь? Есть, кушай. С Рексой легче, чем с Кузей. Кузя, а у вас сегодня в меню говядина, ошпаренная кипятком, в
Впрочем, как обычно, на ужин. Кузьма, у тебя что, нет чистых мисок? Где все миски? Нет, наоборот, они все чистые. А, свежевымытые. Так, раз. Налить воды в чайник. Трим-трим-трим-трим-трим. Поставить чайник кипятиться. Чё ты орёшь? Я тебе готовлю. Если это можно назвать словом «готовлю». Всё. Сейчас я тебя отрежу, успокойся. Мне надо приготовить курицу. Иу. Она пустая. Вот что я не умею делать, так это разделывать курицу. Вечно это делают клитва. Я кое-как справилась. Осталось поперчить, посолить, и можно готовить. И можно готовить. Курица получилась просто божественная. Смотрите, как она выглядит. Вот. Там, собственно, курица. Я ее посолила, поперчила. В сковородке нету масла. Я на воде люблю готовить, когда у меня тефлоновое покрытие на сковородке, я чаще всего заливаю чуть воды и готовлю на воде. И я туда луковицу добавила. Так вкусно, я сейчас попробовала просто, как будто это в ресторане еда, а не домашняя. Только я крышку открывала и очень сильно обожглась, вы не представляете, как мне больно. Палец безумно болит. И уже 12 ночи, я хотела еще спортом позаниматься. А какой спорт в 12 ночи? Не очень правильно, все-таки в 11 я еще могу это сделать, но в 12 нет. Я вот на такой штуке сейчас покатаюсь. Так, надо взять куфту, под коленки подложить. Динозаврик, отходи, динозаврик, отходи. Подходи. Ладно, пойду смотреть обучающий тренинг, делать маникюр, потому что я так не хочу ходить. И всем до завтра!